Всем привет, друзья! С вами Бомж, и сегодня будет очень крутая серия, очень крутой ролик, потому что теперь нам надо приступать к новому бравлеру. И посмотрите, здесь акция сумасшедшая. Просто два скинчика продают за 149. Я могу купить, но мне, к сожалению, это не нужно. Мне предлагаю даже золотого купить. Это просто офигеть, как круто. Правда, у меня всего лишь 4К. Кстати, здесь... А где боксы? Если боксы, должны были быть боксы. Не, нету. Хотел боксы за поинты купить, но походу не получится. И просто гляньте вот сюда. Иногда, если супер быстро открывать, то может подлагнуть. Вы получите награду, но здесь она не обновится. И вы потом еще раз кликаете и еще дополнительно получаете. Раньше такая тема была. А теперь давайте мы приступаем к нашему новому бравлеру. Если кто не в курсе, это мой аккаунт без доната. Я сюда ни копейки не вложил, но здесь почти 200 кристаллов есть. И прикол в том, что почему именно в таком формате я апаю. Раньше это было очень круто, раньше было тяжело апаться на 500, тем более там не прокачанным аккаунтом. Сейчас это супер легко. У меня там Джесси, она была четвертая, мы ее апали. Просто жесть, там какая заруба была тяжелая, там кидала на топов мира, которые впоследствии там в турнирах часто встречались и так далее. В общем, последней катке очень везло, и путь очень тяжелый был. Я думал, что не добью в этот день. Но, в общем, как-то так. Давайте теперь мы перейдем к нашему следующему бравлеру. Это меньше всего трофеев. Это Кольт, ребята. Я случайно в него зашел, и теперь его придется апнуть. А всех, кого я еще не апал, я не захожу в них и не трогаю значок новый. То есть у меня персонажи либо прокачаны на 500, либо они со значком новый. И поэтому мы приступаем к кольту. Давайте сразу прокачаем, сколько есть поинтов. Кстати, прокачка очень мощная будет. 7-й левел кольт, это не шутки. И давайте мы сейчас попробуем по красоте собрать ключики. Откроем бигбокс, потому что бигбокс иногда может принести счастье, может принести легу. В общем, заценим, получится у нас ли что-нибудь найти. Но победить, я думаю, по-любому получится. Это будет изи, потому что прокачка довольно-таки легкая. И здесь, ребята, для вас есть еще одна очень интересная информация. В общем, как вы знаете, ребята, у меня есть второй канал, где я делаю часто влоги. Они, конечно, не очень профессионально пока что сделаны, но скоро мы это будем поправлять. И для этого нужна хорошая экшн-камера. Я знаю, где это можно поискать и приобрести наверняка. Заходим, ребята, на Е-каталог. Так, нам нужна экшн-камера. Заходим в раздел экшн-камеры. И здесь очень удобный поиск. Можно выбрать фильтр по фирмам. Можно поставить диапазон в цене, если у вас есть ограничение по финансам. Мне интересны две фирмы, это GoPro и Sony камеры. Здесь стоит сразу экшен камеры по популярности. Оставим это так. И вот гляньте, ребята, две прикольные, очень прикольные модели, но ценник у них немного разный, поэтому для этого есть прикольная функция сравнить эти товары, чтобы убедиться, какой же товар лучше, для себя сделать выводы и принять решение. Как вы видите, данные схожи, но все же разница в некоторых нюансах есть, и благодаря таким сравнениям можно убедиться, какую именно модель взять, дабы потом не сожалеть о том, что не купил именно ту, которую мог взять. Давайте заценим эту экшн-камеру Sony X3000, очень прикольная. Вот здесь есть фоточки с разных сторон, выглядит достойно. Вся комплектовка, все на фотках показано. И здесь можно глянуть полные характеристики данной модели. Так что, думаю, ребята, придется немного подкопить и взять именно эту экшн-камеру. Ну а если вы ищете какие-нибудь товары и не знаете, где же их найти, как же выбрать, заходите на Е-каталог по ссылочке в описании, и вам он очень поможет выбрать товары по душе. Окей, погнали, начнем с гемасиков. И потом, нифига себе, на таких кубках две леги против. Это офигеть, конечно, круто. Так, без магнума, конечно, непривычно. Не достаю, не попадаю. А Мортис просто решил отдохнуть. Так, окей, ладно, знаете, что сделаем? Раскроем всю эту карту. И, кстати, часто ребята в комментариях писали сегодня, я видел, писали, мол, братан, лагает видео и так далее. Блин, чуваки, это не видео лагает, это игра так лагает, чтобы вы понимали, вот такая плавность на данный момент у меня в игре. И приходится с такой плавностью еще играть на 1100+, это пипец. Ай, здорово, Леончик.
Мортис просто прыгает. Боже, кто дал ему Мортиса? За что вы ему подарили Мортиса, а потом отправили со мной в бой? Если ему не помочь, то он сейчас умрет, наверное. А тут Тарак. Тут как тут. Блин, как же я миллиметр не достал. Так, Леон в инвизе. Но не дошел. Нифига он обошел со стороны. Я вроде пытался чекнуть, где же он. Но он просто по полной пошел вперед. А хотя на деле, ну, на топ-кубках они всегда будут обходить, чтобы не попали по ним, чтобы они не спалились. На таких же кубках они просто бегут вперед и все на этом. Поэтому здесь надо думать немного иначе, нежели чем на больших кубках. И это иногда напрягает. Вот, посмотрите, что он делает. Его ботяра убил. Это пипец. Надеюсь, хотя Блэд Егор таким не займется сейчас. Спайк вообще вышел. Спайк, по-моему, пару раз погиб и все, ливнул. А Леон тоже просто АФК. Короче, все они подумали, ну нахер эту Легу, лучше бы играл на своей Шелли. И окей, ладно, погнали. Плюс 8. Чтобы вы понимали, плюс 8 раньше давали только на таких кубках, а не везде. И здесь у нас удвоенные жетоны, это тоже очень прикольно. Жалко, что не придется тратить даблер. Но на даблер гемчики я не буду тратить, потому что я хочу накопить, ребята, на Лего. Уже половину собрал, если по акции Лего будет, то в принципе половина. Практически есть, немного, до половины не хватает. Один в угол ушел, другой. Что это? Что это? Фрэнк, алло, ты совсем ку-ку? Давай, бот, мы с тобой затащим, я верю в тебя. Войдите в учетную запись, чтобы получить там что-то. А что делает Фрэнк, скажите мне. Это новая игра какая-то? Блин, откуда он тут вышел? Блин, это весело. Ладно, попробуем затащить соло. Еще и с ботом, блин. Один в угол соло, а второй бот. Пипец, как играть на таких кубках? Ну ты же бот был, блин. Нафиг ты включился в игру? Нет, ребята, это ГГ. Я не знаю, что этот Фрэнк делает, но у него 10 IQ. Тут даже кубки не забирают, пипец. Один бот, второй просто в углу что-то там себе писюн наяривает. Ну, вообще непонятно, что происходит. Что-то Фрэнков на таких кубках очень много. Так, он теперь тут бегает, да, будет просто по всей карте с мячом своим. Все, иди забивай. Пайпер, смотрите, полетела в упор. Раскроем карту, она пригодится. Потом нам в открытом виде, чтобы забивать. И забивать легко, быстро. Что делает Пайпер постоянно, не пойму. В упор убила Фрэнка, это круто, конечно. Погнали, погнали. Лови, братан. Куда ты мяч несешь? Отдай мяч. Это раньше такая в детстве отмазка была, мол. Не, мячик я не могу дать. Если я сейчас пойду за мячом домой, то меня потом не выпустят. Вот так и здесь. Так, отлично. Но все равно пронесли, хотя он как-то затянул, в общем. Непонятно, что там произошло, но на таких кубках, ребята, играть тяжелее, чем на 500+. Потому что сами видели, что вообще здесь происходит. И почему-то все тиммейты, которые тупят, лагают и так далее, они только играют за меня. Никак иначе. Столкновение. Тут каждый сам за себя, тут уже более-менее повеселее будет. Но прикол в том, что они тоже очень агрессивные, им без разницы. Когда умирать, им самое главное тебя убить, поэтому тут нужно быть предельно осторожным.
Давайте пофармим баночек и потом будем выискивать боссов. Потому что здесь их должно быть очень много. Как видите, они даже за банками не идут. Они все просто между собой рубятся. Офигеть, сколько банок он собрал. Так, бит за мной бежит. Ой, он босс, ёпта, я думаю, чё он бежит. Оказывается, он бежит с босс-банкой. Я думаю, чё он так быстро бегает? Оказывается, не посмотрел, он розового цвета, и он немного пьян. Окей. Джин и еще кто-то сидит. Давайте попробуем этого Джина. Джин, брат, ульта есть. Ой, тут им... Ой-ой-ой, это же УД, это сам УД, офигеть. Что он забыл на таких кубках? Он, наверное, хотел Джин брат ульта сделать. Эй, Джин брат ульта есть. Иди сюда, по-братски, да? Стой, стой, стой. Подожди, не убегай. Да стой, говорю я тебе. Зря ты, конечно, так сделал. Ой, там две баночки тебя ждали, но ты не захотел. Ты не захотел делиться своей ультой. Поэтому пришлось эту игру заканчивать. Конечно, круто дают тут каждый ранг. Блин, уже два бокса накопили. Давайте мы еще сыграем. Давайте Гранд Канал. Гранд Канал прикольный. Прикольный вид мапы, но... Перехват. Давайте перехват быстренько босса зафигачим. И, в принципе, а что там по бигбоксу? Нам, по-моему, уже бигбокс достался. Так что будем после этой каточки подводить итоги. И на кольте тоже есть прикольная фишка. На быке она есть. Но на кольте нужно быть предельно собранными, предельно осторожными, потому что ХП не так много. Можно, в общем, пособирать баночек. Потом где-то снесу 30%, ну, может, потолок. И прийти там с 50 банками, как это Тара сейчас делаю. И потом просто лупить по боссу. Все, погнали накидывать, в общем. Продолжая в том же духе. Сразу с одной тыки. А кто лидирует? Почему так долго? Вот, все, вы впереди. Точнее, ты впереди. Антонио, ко мне не лезь. Поноска, это понос, что ли? Да блин, иди нафиг, братан. Чё ты докопался до меня? Иди босса бей, а то сейчас вылетишь десятым. Оп, так, 8 бит очень опасно. И смотрите, фокус на мне именно ловит, окей. А я пока просто урон понакидаю, коли бит такой умный. Но я постараюсь этого бита потом наказать за эти дела. Есть такая тема, что можно в дальнейшем его потом выловить и обломать ему кубасы. Обломать кубасы, просто отфигачить его, чтобы он в следующий раз не лез на бомжа. Потому что, ой, чего, откуда столько банок? Откуда у этой? Хотя он не так сильно ударил меня сейчас. Но в любом случае, это моя победа, я тут всю катку держу. Так, здорово. Отлично. Ой, еще и больше. Выйди, разбойник. Ой-ой-ой. Откуда у вас столько разбойников? А вот этот спайк задолбал. Ну ладно, в принципе, надо было по роботу тапать, но тут пипец, сколько банок валяется. Они просто... Этот разбойник, убийца, просто бегает и думает, что тот, кто соберет больше банок, сейчас всех убьет и возьмет топ-1. Он, наверное, ШД перепутал с этим режимом, потому что... Ну вот сейчас он что-то старается, но мы лидера так и не потеряли. Синий значок, это значит топ-1, ты лучше всех. И давайте, ребята, подведем итоги, посмотрим, найдем ли что-нибудь за такую хорошую игру. Хотя, что там, кубки небольшие, поэтому, понятное дело, это было несложно. Окей, у нас все, биг есть, даже один ключик сверху мы собрали. И погнали, начнем с маленьких. Тишина, тишина. Затишье перед бурей. Дай гемов. Хотя бы гемов давай, если ты не хочешь давать легу. Так, осталось три предмета. Пайпер, спайк, динамайк. Давай гемы.
Хорош, три гема это тоже не прям шик, но неплохая тема. В общем, как-то так, ребята, с вами был Бомж. Если соберем много лайков под этим роликом, то, как обычно, пойду, не выходя в меню, апну кольта и будем уже выбирать по бравлерам, кого будем апать следующим. Их здесь тоже достаточно много. Так, 7 бравлеров, это прикольно, ребята. Так что давайте, жду ваших лайков и будем мутить еще одну интересную серию. В общем, всем удачи и всем пока.